Мы второй раз, да, за суверенную Беларусь отмечаем этот праздник. Безусловно, праздник насыщен различными мероприятиями, и в том числе диалоговыми площадками. Начался в Беларуси диалог, очень важен. Безусловно, когда вы говорите о том, что каждый белорус знает вот о событиях 17 сентября, ну, наверное, это не совсем так, поскольку действительно открываются новые и новые страницы этих событий. Безусловно, мы должны знать больше в этом отношении, и, наверное, цель наших мероприятий – заниматься просвещением в этом направлении, строить на основе, конечно же, исторических фактов правильные подходы к оценке этих событий и, безусловно, наполнять этот праздник действительно той основой, которая должна быть с точки зрения мировоззрения у каждого белоруса. Этот праздник – символ того, что мы, белорусы, единая нация, что мы независимая страна, что, преодолев все невзгоды, все тягости, годы военных лишений в своей истории, мы все-таки сформировались как сильный, независимый народ, который смотрит в будущее с уверенностью, и каждый на своем рабочем месте, своим трудом, обучаясь в учреждении образования, носят вклад в развитие родной страны. Все мы нацелены на достижение единого успеха, единой цели сильного и независимого государства. Эдуард Северин, обращаясь к аудитории, подчеркнул значимость многих событий, которые произошли уже после воссоединения Западной и Восточной Белоруссии. Спикер оперировал фактами, о которых молодым людям было просто неизвестно. Именно благодаря объединению мы действительно получили территориальные границы. Вопрос белорусов, вопрос белорусской государственности был поставлен на повестку дня системы международных отношений. И благодаря именно объединению мы получили достаточно неплохие политическое пространство, и которое позволило, в свою очередь, объединиться белорусскому народу в борьбе против фашизма года Великой Отечественной войны. Благодаря именно этому значимому подвигу года Великой Отечественной войны мы получили возможность стать одной из стран-учредительниц Организации Объединенных Наций, то есть по существу уже в 1945 году мы получили статус международного политического актора, получили возможность доступа на ООНовскую дипломатическую площадку, получили возможность инициировать заключение международных договоров, получили право участвовать в них, наполнять конкретным содержанием. И, в общем-то, уже в условиях 1991 года, именно в этом формате, мы пришли к тому, что реализовали свое национальное право на самоопределение, собственно, построение суверенного независимого государства Республики Беларусь. Не все молодые люди знают свою историю. Не всем, быть может, она интересна. Но сегодняшние реалии подводят нас к тому, что без знания своего прошлого будущее наше выглядит весьма туманным. А будущее, как бы банально это ни звучало, строить молодым. И они уже сегодня задают себе вопросы и выбирают, на что опираться, формируют свое мнение о событиях и явлениях. И такие открытые, откровенные диалоги со сведущими людьми весьма полезны. Для меня День народного единства – это прекрасный наш государственный праздник. Это праздник, день памяти, когда мы вспоминаем своих предков, какую большую роль они сыграли в том, что наш народ стал един, что мы стали великим, прекрасным государством, самодостаточным, что мы можем о себе заявлять. Мы можем гордиться своей страной, несмотря ни на какие преграды, и любить ее, и передавать из поколения в поколение память. Диалоговые площадки, открытые разговоры, марафоны, как бы ни назывались подобного рода мероприятия, они, несомненно, не проходят бесследно, оставляют след в памяти молодых людей. И пусть понемногу, по чуть-чуть они начинают понимать, что сила белорусов в единстве, и сегодня, как много лет назад, нам нужно быть вместе, нужно консолидироваться, нужно быть хозяевами в своей стране.